Ребят, в принципе, упрекнуть не в чем. Обидный гол. Будем работать. Молодые футболисты закаляются. Я думаю, в дальнейшем таких уже ситуаций не повторится. А игра боевая. Могли как и проиграть, могли и выиграть. Очень много моментов нереализованных было. Скажем так, сегодня линия атаки и той, и другой команды выглядела получше, чем оборона. Все-таки мы хотели 3 очка и уйти как бы с последней строчки, но ситуация сложилась такая, что мы только 1 очко получили. Молодые футболисты, в первую очередь, наверное, мы их поддержали, потому что, ну, обидно, да, и сейчас в раздевалке они голову повесили, поддерживаем их, и чтобы они дальше росли и уже закалялись, и в таких ситуациях они уже знают, как нужно действовать. И, я думаю, будут расти.